Друзья, посмотрим песню «Все, кроме любви». Аккорды, основу. Честно говоря, аккорды все написаны, вот они как написаны, так и играются. Но, может быть, вот по движению я смогу подсказать и какие-то вот позиции кракозябры, чтобы это было более похоже. Итак. Соль диез, фа диез мажор, ми. Ми непростой, а сверху добавляется вот эта нотка, да? Фа диез, это важно. И движение вот это вот. Так много звезд на этом небе, удивительно. Всего лишь маленький фрагмент вселенной видимой. Си мажор, вот главный аккорд в песне, тональный си мажор. Вот мы его берем вот так. Очень удобно и похоже именно так он и звучит на записи. Понимаешь, как все в мире относительно. Все очень просто иногда до невозможности. Только сами придумываем сложности. Все алгоритмы просты. Есть я и ты. А мы опять ломаем стены в поисках пути. Мне кажется, вот это движение, оно важное. Когда минута в нашей воле независима, и мы с тобой поверь закончим миссию, чтобы взглянуть с высоты, увидишь ты. Итак, мы добрались до припева. Как мы видим, вот аккорды всю песню одни и те же. Тут основная такая вот как бы фишка, сложность в том, чтобы вот это вот связать движение правой и левой руки, чтобы вот она как бы катилась, такой вот был грув движение именно ритмическое. Значит, а припев, как я сказал, это гармония та же самая, что в куплете. Свет летит бесконечно, значит сложное это ритмика здесь и синкопы. То есть вот смотрите, вот эти, когда я двигаюсь ми, потом, значит, фа диез и соль диез минор. Тут вот это вот. Всякие другие партии, типа там. Это так я еще более-менее упрощенную сыграл, но
скажем так, когда мы исполняем просто в одну каску на гитаре, пользы от этой партии практически нет. Лучше играть гармонию. Всем удачи, если что, спрашивайте, на связи. Пока.